Ну і поки син Пєскова начебто воював у Соледарі, в той же час він ще й встигав ганяти на своїй автівці у Москві. Вона частенько світилася у базі штрафів, а вже в кінці березня свою автівку він продав. От тільки незрозуміло як, бо офіційно він ще був на фронті. Хоча ні, по документах він взагалі не був на фронті, бо документи були підроблені. Пєсков ко мне обратился за советом летом этого года, так как его сын собрался ехать на войну, и отговорить его было бесполезно. По подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Здавалося б, зганьбилися та вже й мовчить. Але ні, виявляється, це все була інформаційна операція. Хотів, як сказати, виразити глибочайший восторг от той прекрасної інформаційної операції, яка була проведена сином Пєскова. Это же надо было вот как по нотам. Вот когда это пошло, дождаться, пока вся эта хевра подымет волну, что все это вранье, что это все было придумано, все это было сделано. А потом появляется видео, и понятно, что это видео было снято давно. И это, вот знаешь, есть такое выражение, оно, в общем, почти культурное, но очень правильно. Вот ты взял и всех их очень классно понял. Ну, из песни слов не выкинешь, это информационная война. Ну, вы поняли, коли россиян ведь... Поняли, їм це не дуже сподобалось. Свою недовіру до казок про маленького Піськова продовжили висловлювати у коментарях. Тож далі у хід пішла важка артилерія. Пояснення від сім'ї Піскових. Пісков тільки що підтвердив, що його син в самом деле приймав участь в спецоперації, відмітив, що не хотів би рассказывать подробности. Дмитрий Сергеевич, ваш син приймав участь в Донбасі. Военную операцию. Как вы отреагировали на его решение? Как любой родитель, естественно, любой родитель сразу нервничает. И мы, конечно, очень серьезно с ним говорили. Но он взрослый мужик уже, просто он не ребенок, ему не 18 лет. И у него такая судьба очень нелегкая была. Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Ну, такое решение, я бы сказал, было... Для меня, конечно, неожиданно, но тем не менее, я им горжусь. Сам Николай рассказал о том, как отслужил полгода по контракту в ЧВК «Вагнер» в интервью «Комсомольской правды». Я не могу вам это сказать. Я не буду раскрывать эту информацию. К сожалению, наверное, не могу раскрыть вам эту информацию. Подробности я, конечно, вам такие рассказать не могу. Мне, может быть, еще понадобится. Але якщо серйозно, то син кремлівського посіпаки таки зізнався, чому поїхав на фронт. Чому ви вирішили все-таки йти служити в зону СВО? Ну, смотрите, я посчитал это своим долгом. Я посчитал это своим долгом, я был обязан участвовать. Угу. Цель какая была вот у вас лично? У меня цель была, поскольку вот это все началось, я считал, что я обязан помочь, я должен помочь всем, кто там находились, все, кто там трудится сейчас. Я не мог сидеть в стороне и как бы смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда. Стоп. Це тільки у мене заява Піскова-молодшого викликає дисонанс. По-перше, Пригожин сказав, що Дмитрій, той, що присік Путіна, звернувся до нього за порадою щодо сина ще влітку. Зверніть увагу, влітку. А восени, у день, коли на Росії оголосили часткову мобілізацію, російський журналіст Дмитро Анізовцев вирішив зателефонувати синові прес-секретаря президента РФ та під виглядом працівника військкомату запропонував тому з'явитися на огляд. І тоді Микола відповів. 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Угу. Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Как бы если это мне надо как бы понимать, что и как надо правильно сделать. Можно ставить галочку? Согласен пойти добровольцем на фронт. Просто мені тут треба... Нет? Нет, мені таку галочку ставити не треба. Але у Піскова-молодшого з'явився ще один захисник. Колаборант та зрадник України Олег Царьов. Це непорозуміння вирішило поставити крапку у непорозумінні з дітлахами так званих еліт. Я не знаю, чому всі так з'їлись на Піскова.
сейчас под лупой рассматривают ситуацию с его сыном, который служил в ЧВК Вахты. Ну, какая разница, насколько близко он был на фронте, и была реально опасность для его жизни. Важно не это, важно то, что элиты начинают понимать о том, что то, что их дети не служат, это нехорошо. Тому і вирішили просто про це брехати. Ну а зараз найцікавіше. Ви, мабуть, запитаєте, а чому ж Коля Пісков, відомий ще за прізвищем Чоул з відвідчима, пішов у Вагнер, а не до регулярної армії? І на це у мене є відповідь. Бо він дуже вписується у цю ПВК. За інформацією журналістів-розслідувачів, у сина Пельки Путіна немає навіть середньої освіти. Натомість є термін «за тяжкі тілесні» та «грабіж». Отпрыск Дмитрия Пескова в компании двух знакомых напал на подростка около местного Макдональдса, отнял у него деньги и избил. А за несколько месяцев до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение на девушку, у которой он отнял телефон. Из характеристики от адвоката мы узнаем, что Николай не имеет даже среднего образования и крайне склонен к насилию. Можливо, саме через це Миколою Пісковим і зацікавився Пригожин. Висновок з цієї історії кожен зробить самостійно.